Дорогие друзья, сегодня удивительный вечер. Мы уже вошли в деловой ритм наступившего Нового года, но еще находимся в атмосфере светлых и добрых новогодних рождественских праздников. В атмосфере, которая много лет назад вдохновила нас на создание уникальной премии за духовное возрождение. Церемония ее вручения – это одно из главных событий года. Оно прочно вошло в нашу жизнь как современная традиция, которая связывает прошлое и настоящее родной земли, наполняет особым смыслом наши цели и устремления. Но главное, из года в год такие встречи объединяют нас в самых лучших и искренних чувствах, гордости за достойных людей, благодарности за милосердие и доброту, мужество и героизм, преклонение перед творчеством и талантом наших соотечественников. Мы, белорусы, народ с красивой душой. Я думаю об этом каждый раз, когда изучаю историю успеха и подписываю документы о награждении. Думаю, мы с Владыкой мыслим в это время одинаково. За каждым профессиональным или личным достижением стоят, в первую очередь, трудолюбивые, честные люди. Люди, которые отдают себя без остатка своей миссии, живут и работают во благо родной страны и народа. Это и есть патриотизм. Он в любви к детям и бескорыстном стремлении окружать заботой тех, кого судьба лишила материнской ласки, в самоотверженной борьбе за жизнь и здоровье людей, в бережном отношении к культурному достоянию нации, нашим исконным традициям и духовным ценностям. В защите исторической правды, памяти героев нашей земли, информационного суверенитета страны, в воспитании молодых белорусов в любви к своей стране и гордости за своих предков, в спортивных победах во славу Беларуси.